Начинаем чемпионат мира по полноконтактному рукопашному бою FCF MMA 2010 года. В наших соревнованиях принимают участие команды Абхазия, Казахстан, Таджикистан, Алжир, Индия, Иран, Нигерия, Чехия, Россия, слово предоставляется вице-президенту Международной федерации полноконтактного рукопашного боя Сергею Борисовичу Ермакову. Дорогие друзья, дорогие участники, гости, хозяева этого очень приятного города или административного округа Москвы. Целый год мы трудились
в разных концах планеты для того, чтобы встретиться сегодня здесь. Я знаю, что все много сделали для того, чтобы чемпионат мира состоялся. Очень много проблем и в России, и в разных странах. Но, тем не менее, самые настойчивые, самые влюбленные в спорт сегодня здесь. Я вас поздравляю и желаю всем победы. Все, кто организовывал подобного уровня чемпионата, прекрасно знают, с какими проблемами приходится сталкиваться, сколько нужно затратить энергии, сколько нужно иметь терпения. И поэтому я бы хотел сейчас добрым словом и не только поблагодарить главного организатора чемпионата здесь, в Москве, нашего представителя в Московской области и Москве, Дмитрия Ковалева. Пожалуйста, сюда подойдите. Награждается Ковалев Дмитрий Александрович за большой вклад в развитие полноконтактного рукопашного боя FCF MMA и образцовую организацию чемпионата мира 2010 года. Подпись: президент АФФСФ Александр Николаевич Матвеев, вице-президент АФФСФ Сергей Борисович Ермаков. Я вот за последние дни, сколько я здесь присутствую, мы живем в Кисловодске, поэтому приехали сюда 5 дней назад, и я видел своими глазами, какие настоящие воинские, или я бы даже сказал, рыцарские качества проявляет этот человек. Поэтому я с удовольствием от имени Президиума Федерации вручаю ему наш, ну пусть это будет первый наш рыцарский меч. You have seen by your eyes, by your own, what great job did this man. And we want to give him this award. Наверное, самый главный человек, который принял решение о проведении этого чемпионата мира в Москве, это человек, который творит большие дела в международном масштабе, человек, который известен, ну, можно сказать, во всем мире, и человек, который принимает глобальные решения. Это вот такого уровня люди встречаются нам в жизни очень редко. Поэтому я очень счастлив, что смог с ним наконец встретиться, и хочу вам представить Валентина Васильевича Виноградова, генерального директора предприятия Midland Development. Dear friends, dear guests, dear participants of our championship, as you know, we showed you some people who were very important for our championship, and the most important is this person. He made a decision that this championship will be in Moscow. It gave us lots of help. He helped us too much. This is the general director of Midland Development. У нас в Москве основные виновники этого мероприятия – это главный организатор Дмитрий Ковалев, который получил рыцарскую награду, рыцарский меч, и Валентин Васильевич, которому мы хотим вручить точную копию королевского клинка, который являлся знаком достоинства королей. We want to make a present to Mr. Vinogradov. We want to give him a sword of a king. Почетным дипломом награждается Виноградов Валентин Васильевич за большой вклад в развитие полноконтактного рукопашного боя FCF MMA и образцовую организацию чемпионата мира 2010 года.
to say thanks to Mr. Vinogradov for a special part in organization, the second international championship of full contact fighting, IFFCF MMA. Я пару слов скажу, уважаемые участники, уважаемые гости. Мне очень приятно, так сказать, что выпала такая возможность и честь помочь спорту, развитию спорта в нашей стране. Я сам всю жизнь занимаюсь спортом, занимался в том числе и рукопашным боем, достаточно долгое время выступал, поэтому это мне знакомо. Что хочется в двух словах вам сказать. Занимайтесь спортом, спорт — это жизнь. Несите через этот спорт хорошее и доброе друг другу, своим семьям, своим детям. И все, что можно сделать, делайте в этом спорте, это очень важно. Поэтому спасибо вам большое, что вы занимаетесь этим делом, увлекаетесь, помогаете детям и развиваете этот спорт. Почетным дипломом за отличное обслуживание второго чемпионата мира по полноконтактному рукопашному бою FCM MMA в качестве переводчика награждается Хридин Виктор Дмитриевич. Ну, здесь, конечно, русскоязычная часть наша меньше в курсе, но зато наши товарищи из дальнего зарубежья день и ночь видели этого человека, который терпеливо, внимательно помогал им освоиться здесь у нас с нашими порядками. Поэтому мне очень приятно было с ним работать. Я надеюсь, что он станет знаменитым переводчиком вскоре, потому что у него несомненный талант. И я очень лично к нему привязался. Поэтому спасибо огромное от всех вас и от меня. Представляем судейскую коллегию соревнований. Главный судья соревнований, судья высшей категории Ермаков Сергей Борисович. Главный секретарь соревнований, судья высшей категории Ермакова Александра Викторовна. The main secretary of championship, judge with the highest category Ермакова Александра Викторовна. Заместитель главного судьи, судья высшей категории Борисов Василий Сергеевич. Vice main judge, judge with the highest category Борисов Василий Сергеевич. Заместитель главного секретаря, судья высшей категории Борисова Лилия Васильевна. Рефери. Бабычев Станислав Александрович. Рефери Косинов Олег. Рефери, судья первой категории Афашагов Мартин. Судья секундометрист, судья первой категории Борисова Зоя. Judge of the time, the judge with the first category Борисова Зоя. Переводчик соревнований Хридин Виктор. The translator of championship Хридин Виктор. Участники, равняйсь. Смирно. Attention everyone. Чемпионат мира по полноконтактному рукопашному бою FCF MMA 2010 года объявляется открытым.